нам город запретил мероприятие. Но сотрудники ГИБДД сказали, что не остановится ни один кортеж на одном Арбате. Запретили, да? Соответственно, все срывается, да. Они, организация ужасная, у них ничего не получается, у них не получилось припарковаться здесь, потому что сотрудники ГИБДД, которые стоят, вместо того, чтобы помогать, да, ну, по сути, да, чтобы не было там, я не знаю, пробки, ну, я не думаю, что 10-секундная остановка Вин-Дизеля в выходной день на Арбате устроила бы какую-то проблему. Нет, выставили, специально приехали сотрудники ГИБДД, запретили Вин-Дизелю останавливаться на Арбате. Обижают. Потому что когда стоит машина с мигалкой посередине Арбата, то ничего страшного, все нормально. Да, мигалка, да, право. Блин, ну народ пришел посмотреть фильм. Народ пришел посмотреть на своих героев. Пришел посмотреть на Вин-Дизеля. Вот так вот сказала наша госавтоинспекция. После 10 предкалкуляторов все будут собирать здесь. Кто оставил машину в этой полосе, все будут собирать. То есть... Арбат все встает, Вазиженко, центр, все встает. Понимаете, в чем дело? Из-за ваших таких никому не нужных мероприятий. Они вам нужны? Нам сейчас собралось огромное количество народу посмотреть. И, в принципе, люди, я же не говорю, что все там крутые или еще что-то, да? Но люди, состоявшиеся, обеспеченные, хотели устроить праздник себе и окружающим. Получается, этот праздник превратился вот в то, что да, мы сейчас двигаем бетонный клуб. Это 5 билетов для смотры.ру. Это VIP-билеты, VIP-места. Вот, мы их специально получили. Нас пригласили приехать. Вот. Я думаю, что мы сейчас сожжем. А может, лучше раздадим людям, которые хотят попасть на фильм? Все. Вот те столбики, столбики, видите? Да. Это специально. То есть все вот эти машины нарушают правила дорожного движения. Все нарушают. Все, да. Данное мероприятие, она не согласована ни с кем. То есть ни с ГАИ, ни с ФСО. Мы это узнали только тогда, когда здесь образовался затор, такой, да, да. Да, мы видим, Воздвиженка, и Волконка вся встала.